Ну, сегодня я хочу приготовить вот салат со свеклой, с этими стручками, суп, крем с тыквой и чечевицу. Поехали. Пока поставила кипятить и варить, еще попросили гренки мне сделать из хлеба. Так, это ингредиенты, которые послужат нам для крем-супа из тыквы. Ну, подготовила все, сейчас начнем делать суп. Так, растительное масло добавили, чеснок и обжариваем. Теперь добавили лук, перемешаем. Тут у меня свекла со стручками варится. Теперь мы добавили стекло, подсолим, 5 минут потушим. Добавляем водички, варим 10 минуточек, чтобы покрыло наше все вот это блюдо. Столько воды и добавили. Пробуем на соль. Добавляем немножко, если не солено. И закрываем крышкой и ставим на 10-15 минут кипятить. Водичка закипела. Добавляем еще сливок. И все вместе теперь доводим до кипения. И минут 10 это все варим. У меня со вчерашнего дня осталась картошечка, но это уже импровизация. Я ее туда же воткну. Опять-таки пробуем на соль, на вкус и закрываем крышкой и варим 10 минут. Ну, все готово. Тыква уже приобрела приятный вкус и мягкая. Сейчас остудим, на соль все в порядке и отправим в миксер. Блендер. Свекла тоже моя доварилась. Сейчас обжарим хлебушек. Сейчас обжарим с двух сторон по чесночком натрем. Сейчас подрумяним. Прекрасный вид. Ну, это очень вкусно, правда. Итак, суп готов, гренка готова. Сейчас сделаю салат, это будет на обед. Ну, вот, немножко чеснока еще добавила. Сейчас еще чуть-чуть растительного маслица. Перемешаю, и салат готов. Готов суп, салат и гренки. Это обед. Нашло время на чечевицы. Одну часть берем, заливаем тремя частями воды и доводим до кипения. Добавляем лавровый лист, чеснок, всякие приправы и варим 25 минут. А потом сливаем водичку и добавляем масло. У меня уже помытая чечевица и высушенная. Ну, так я и сделала. Одну часть насыпала чечевицы, три части воды. И сейчас доводим до кипения, потом подсаливаем и приправу добавляем и варим 25 минут. Я собираюсь приправить вот эти. А все у меня вот что есть. Надо будет изучить, что это. Ну, довели до кипения, сбавили огонек, подсолим. Не знаю, что такое орегано, но посоветовали немножечко. Добавлю чайную ложку, ой, столовую ложечку масла. Приготовление идет к финалу. Брошу лавровый лист. Откидывали на дуршлаг. Блюдо готово. Можно добавить сливочного масла.